Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні та світі. У нас в гостях політичний експерт Андрій Клячин. Андрій, я радий вітати вас у нашій студії. Давно у такому форматі з вами не спілкувались. Да. Вже пройшло фактично два місяці. З початку збройної агресії Росії проти України. Ваша загальна характеристика перебігу подій? Стратегічно для Росії. Стратегічна невдача, по-перше, можливі дуже великі сроки, які раніше ніхто не думав, продовження, і можливі різні сценарії певного, ну, чи то завершення, чи проміжного завершення. Тобто стратегічна мета не досягнута, так, бліцкріг, але Росія переформатувалась з точки зору стратегічних також своїх завдань, тому це може використовує самі різні сценарії можливості наступу і дестабілізації навіть в сусідніх країнах, тому є перспектива, на жаль, довгого продовження і певна кількість варіантів, тобто змінені завдання, тому певна кількість варіантів, тобто починаючи від того, чого ми бажаємо, а саме капітуляції Російської Федерації, ну, повернення людей, території. Ну, да, території, ну, як мінімум, да, до 24 лютого, але можливі варіанти, які будуть дійсними чи будуть існувати деякий час, коли частина території України навіть після 24-го це буде тимчасово окупована, тому що ползуча така анексія, вона вже десь присутня, так? Тобто, якщо будуть якісь вибори, референдуми і так далі, ми можемо говорити не тільки про окупацію, так, а про такі ползучі анексії. Тобто на деякий час можливі і такі варіанти. Я маю на увазі там Херсонську область, частина Запорізької, тобто те, що ми називаємо південням України. Можливі, на який час, зараз проходять акції протесту у Херсоні, власне, проти так званого референдуму, який окупанти готують. Тобто є така інформація, жорстко розігнаний, до речі. Так, і це, мабуть, те, з чим не стикалися росіяни під час, наприклад, Криму, так? Тобто вони певна несподіванка, але те, що ці акції проходять вже досить довго, я вважаю, що Росія буде, ну, якось це вивчила і буде намагатись, якщо що, то протягнути, якщо вже почне, протягнути цей референдум будь-якими способами, засобами, так, тобто зробити інформаційну картинку, намалювати певні там бюлетені і так далі. Тобто це було для них, ну, несподівано, але я думаю, висновки певні вони зробили, тому будуть намагатися вперто, так як це неодноразово Путін говорив ще на початку своєї кар'єри, своїх виступів, дотиснути, він достатньо багато використовував слов таких, дотиснути. Дотиснути, тобто я розумію, це яке, ну, тобто, по Фрейду, тобто він любить дотискати, тому, ну, на жаль, ми маємо цей факт враховувати, що він буде намагатися по всіх напрямках дотискати. А чи бачите ви політико-дипломатичний шлях вирішення цього конфлікту збройної агресії Російської Федерації проти України? Важко сказати, то є такі сигнали, тобто сам Путін сказав дипломатичний трек, але ми ж розуміємо, що це представник радянських спецслужб, тобто він, те, що він говорить, може бути неправдою, ну, будь-який час. Ну, я прочитав, що знову Турція там щось пророкує, що зустрінуться саме наш президент Зеленський та Владимир Путін, але на сьогодні це більш, ну, все-таки, скоріше всього, маловероятно, тобто на сьогоднішній день йде такой момент, когда переговоры продолжаются в том или ином формате, то есть как минимум они задекларированы сторонами. Но на этом уровне, на котором сейчас идут бои, они проходить, каждая из сторон думает улучшить свое положение и
Соответственно, с нашей стороны условия президента, если будете додавливать Мариуполь, если не будете выпускать людей, то мы и будет референдум. Мы выходим из переговоров. То есть переговоры, как таковых, я так понимаю, они идут сложно, но это, по крайней мере, площадка для определенной политики. Указать вариант, как бы это все магическим способом решилось дипломатическим путем, достаточно трудно и неправдоподобно. То есть это Россия должна сделать то, чего она не сделает, то есть быстро уйти. Мы понимаем, долго не будем говорить, что это для Путина куча рисков у себя даже на родине. Да? То есть, соответственно, для украинского общества уйти даже в те границы 24 до 24 февраля, это будет тоже часть общества воспринято в данном случае негативно. Ну, раз уж враг так быстро уходит, ну, пофантазируем, да, то давайте же дальше идти. Поэтому вот такого магического дипломатического решения я, по крайней мере, слабо его вижу. То есть, возможно, какие-то промежуточные вещи, но все равно войска магическим способом никуда не отходят. Никогда такого не бывает, их невозможно, они не могут исчезнуть. То есть это будет время, даже если будут достигнуты какие-то договоренности. И это время, по опыту понятно, Россия будет использовать для того, чтобы в любой момент сказать, кто-то что-то нарушил, и мы решили вернуться. О чем они говорят и про Киев, слышны голоса, да, из России, что захотели отошли, захотели вернемся и так далее. Поэтому магического дипломатического пути, оптимального, пока он просматривается с трудом. Взагалі, от якщо ми говоримо про агресію, чи може вона продовжуватись роками? Я маю на увазі саме гарячу фазу таку. Это скорее все-таки к военным экспертам. Я полной информации не обладаю, да, ну, по расположению, количеству войск, сколько надо для тех или иных операций. Ну и большинство из граждан нашего общества не обладают такой информацией. То есть, я думаю, командование в курсе, это частично, или не частично, а в основном это, я так понимаю, представляет собой тайну. Да? То есть сейчас нельзя об этом рассказывать, кто, где, сколько, какого вооружения. Вот, поэтому и сколько может продлиться горячая фаза. В основном идут прогнозы, я так не могу, только ограниченная информация на свое мнение опираться, о том, что горячая фаза — это, ну, вопрос месяцев, возможно, недель, месяцев, а далее позиционной, в зависимости от позиционной войны и переговоров, возможно, ее возобновление либо прекращение, все будет зависеть от того, на каких позициях, то есть в момент начало тех или иных переговоров рано или поздно какое-то решение будут пытаться найти, то много будет зависеть, в каком положении будут находиться обе стороны. Вот с этим связана во многом и активизация, как некоторым экспертам кажется, неразумная России по нескольким фронтам. То есть мы видим Изюмское Пивдень, направление, мы видим Пивдень, мы бачим ООС, да, там плюс Херсонское направление в эту сторону, то есть и вот эти вот движения, подготовка почвы к возможной ситуации в Приднестровье и южной частью Одесской области, подорван мост, да, вот второй раз попытались это сделать, то есть локализуется южная часть Одесской области от остальной части, да, и близится Приднестровье. И, соответственно, в Приднестровье идут на сегодняшний день непонятные, скажем так, события, кто что взрывает, до конца, ну, скажем так, официально никто на себя ответственность не берет. То есть там, ну, в любом случае, взрывы, выстрелы означают, что там готовится почва для возможной эскалации. А чи можливо повернення, до речі, Придністров'я, яке є невизнаною, знову ж таки, республікою, у склад Молдови? Ну, как бы самое время. Единственное, что, опять же, военным экспертам лучше знать, даже если Россия не будет помогать Приднестровской республике, во что слабо верится, насколько на сегодняшний день мощна армия Молдовы для того, чтобы этот вопрос для себя решить. Потому что помощь той же Румынии тоже, возможно, будет ограничена, поскольку это все-таки Евросоюз, страна НАТО, то есть это те же будут проблемы, как и у Украины с остальными государствами НАТО. То есть насколько сегодня ресурсом этим владеет Молдова, я затрудняюсь сказать. Но с точки зрения, если там уже будет эскалация с помощью российских спецслужб и войск, то в любом случае эта проблема, это будет та же ситуация, как в Украине. То есть не вопрос решить проблему, все, ее либо решать, либо не решать, либо защищать свою территорию, ну и, соответственно, отвоевывать Приднестровье, либо этого не делать. То есть пока что вопрос Молдова будет, я думаю, выжидать. Все-таки опасаясь, надеясь, что войны не будет, и опасаясь столкновения, прежде всего, с армией
російської, да? Ну і, мабуть, придністровської. Наскільки соотношення молдавської і придністровської в реалі, да? Не на бумагі, а в реалі, достатньо мені трудно сьогодні судити. А от, до речі, таке питання більш глобальне. Як за цей час змінились позиції України та Росії у світі? Тобто, чи стала Російська Федерація фактично країною-вигнанцем? На сьогоднішній день, да. На сьогоднішній день, да. І правильно этот градус держати максимально, потому что есть такое свойство, скажем так, усталости определенной, да, в том числе от темы Украины, от войны. То есть, если эта война не становится Третьей мировой, хотя сегодня, когда собрались на Вармштайне 40 представителей оборонных ведомств 40 стран, то можно говорить о том, что войну, скорее всего, можно называть мировой. Так вот, на сегодняшний день, да, если этот градус поддерживать и санкции и всего остального, да, то и ждать, пока санкции все-таки сработают, то да, мы можем говорить о том, что Россия стала страной-изгоем в полном смысле слова. То есть потеряв даже, вопрос сейчас потерять лоббистов в Европе. В Германии где-то еще была проведена ими большая работа для того, чтобы иметь лоббистов внутри государственных систем европейских. Мы бачили певные результаты в Франции на выборах. Да, 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 то есть на сегодняшний день и Германии, скажем так, в правительстве вынуждены считаться уже с мнением всей остальной Европы, с мнением избирателей, на что, я так понимаю, рассчит, в том числе делали ставку украинское руководство. Что заставить не удается договориться, уговорить, поскольку это лоббисты, давайте надавим через избирателей. То есть, когда сами избиратели заставят тех же немецких политиков сказать тем, кто договаривался с ними о лоббизме, да, с российской стороны, сказать, что мы вообще теряем власть, поэтому мы не можем защищать ваши интересы так, как вы хотите, так, как мы, возможно, когда-то договаривались. Поэтому на сегодняшний день, да, вопрос, многое зависит от Украины, конечно же, в этом вот вопросе. Если будет движение к договоренностям, возможно, оно, многие этого хотят, но мы должны понимать, что одновременно будет движение к ослаблению санкций к России и так далее. То есть прежде чем какие-то договоренности заключать, нужно понимать, что тогда Россия из этой вот ситуации страны-изгоя будет вполне логично выходить. Если Украина скажет, на сегодняшний день у Украины возможность сказать, да, мы начинаем мирные переговоры, и, соответственно, Россия дрейфует в сторону не-изгоя. И пока нет, то есть она страна-изгоя. Дальше вопрос, в каком состоянии, если уже будут какие-то мирные договоренности, попытка мирных договоренностей, в каком состоянии будет на этот момент России. Если она будет выходить из статуса страны-изгой в рамках того же путинской вертикали, ну, тогда эта проблема будет для всех, проблема для всех, для всей Европы, для всего мира будет продолжаться. А от, до речі, ви згадали про санкції. Ваша оцінка, наскільки вони є ефективними у цій ситуації? Прежде всего, у экономистов есть несколько разные мнения на этот счет, но с политической точки зрения я могу сказать, что санкции – это вещь все-таки отложенная, то есть она не сразу действует, как там, выстрел какой-то ракеты. Соответственно, на сегодняшний день она ударила по крупному бизнесу, по тем людям, которые на самом деле были ориентированы на больше европейские цивилизованные ценности. Ну так, мы бачим, до речи, заявы Тинькова, Дерипаски. Во-первых, олигархи, но оказалось расчет на то, что они могут что-то собраться и сделать за государственной властью, оказалось, что уже настолько укрепился именно режим государственного контроля, что это нелегко сделать олигархам. То есть нет вот такой вот олигархической у них структуры. Во-вторых, многие люди действительно пострадали, кто был ориентирован на технологию, продукцию, развитие и так далее. То есть, но оказалось, что они в обществе не играют такой роли, как могло бы быть. То есть на сегодняшний день речь идет о том, чтобы санкции увеличивались, о том, чтобы Россия теряла в технологии, теряла в будущем, но все равно мы должны понимать, что это бьет по многим людям, которые были все-таки ориентированы на развитие. То есть по тем, кто и так жил плохо, эти санкции не сделали жизнь хуже. Вернее, эти люди привыкли, что жизнь не так плохая, может быть хуже. Соответственно, в данной ситуации, если это подстегивает, скажем так, создать для них внешнего поддержки, для них внешнего врага в лице там, НАТО, Украины, США и так далее. Поэтому в этом смысле санкции имеют свой эффект, но на тот, который рассчитывали, что российское общество скажет, ой, как нам плохо, и подумает в сторону, а давайте мы
будем вести себя не агрессивно, и нам станет обратно лучше, так не работает вот это, так машинка эта в России не работает. Там, ах, как нам плохо, значит, кто-то в этом виноват, значит, мы должны перетерпеть все плохое, пусть нам будет еще хуже, бороться против того, кто виноват. Вот так оно работает. Поэтому глобально санкции по экономике, по будущему, по тем, кто ориентирован на цивилизованное общество, она ударила, ну и по экономике России и так далее. Остальное к экономистам уже подробности. А по значительной части общества, которое и так за чертой бедности, пока что есть возможность использовать этот ресурс в обратную сторону. То есть нам стало плохо из-за кого-то, поэтому не мириться нужно, не вести себя лучше нужно, а затянуть пояса и еще жестче воевать с основным врагом. То есть вот здесь на общественное сознание широкое российское, я предполагаю, что сработали санкции вот таким образом. Пока работают. Пока. А от, до речі, з урахуванням того, що ви сказали про санкції і фактично про гарячу фазу війни в Україні, чи можна говорити про нову залізну завісу, відповідно, нову холодну війну між Заходом та Росією? Ну, все-таки логично, наверное, про Третью мировую для начала, да, все, а потом уже, вважаете, да, что... это опять же, это не значит, что все, то есть все крах всему, просто по вовлечению вооружения сторон, это перестает уже быть конфликтом, который пыталась там локализовать НАТО в рамках и там Евросоюз в рамках Украины, это уже принимает уже участие так или иначе 40 стран, да, которые говорят, там, дадим оружие, не дадим. То есть это уже мы можем говорить о такой вот специфической, пока что Третьей мировой. Да, это может быть железный занавес, но тогда так, многое будет зависеть от, опять же, Украины, то есть от решения этого вопроса. То есть если это будет эскалация, продолжение войны, либо если это будет жесткое решение, скажем так, Украина восстановит себя в своих границах, но путинский режим не будет разложен, да, то есть Россия не распадется и система власти не распадется, то это будет, да, это будет холодная война, это будет, ну, вероятно, железный занавес. Единственное, его конфигурация не будет немножко другая, чем предыдущий железный занавес, потому что, опять же, повторюсь, в Европе у России достаточно лоббистов, которые так или иначе будут пытаться этот занавес приподнять. Вот, то есть, и тогда мы можем, ну, тогда следующий шаг, это вот где-то 72-73 год, если там, помните, знаете, то есть это период разрядки, так называемый. Там Никсон встретился с Брежневым, начинается определенное там движение по разрядке. Вот, но в любом случае, если путинский режим окажется, целиком режим окажется неушкодженным, так, то другого варианта общения Європи і міра з путінським режимом в такому виді, це железний занавес, це вполне реально. А от, до речі, якщо говорити про режим Путіна, і можемо згадати в цьому контексті режим Лукашенка в Білорусі, який, до речі, не є визнаним президентом у більшості країн світу, от на чому він тримається? От ваше бачення, тобто звідки береться підтримка того ж населення у РФ та у Білорусі? Понимаете, поддержка населения в данном случае мы на 100% утверждать не можем. Это для нас, знаете, страны сейчас как КНДР, то есть о них можно говорить все что угодно и предполагать. Если, допустим, целый день детям в школе рассказывают одно, потом вам запрещают даже упоминать слово «война» и так далее, и вам потом звонит социолог и говорит, поддерживаете ли вы там Лукашенко или Путина, ну я, этот человек должен быть лишен инстинкта самосохранения, чтобы сказать «нет». Да, поэтому цифры где-то завышены, но держится за счет того, что России могу предполагать, за счет того, что я уже сказал, восприятие своей плохой жизни и проблем не как необходимость что-то исправлять в себе, а как необходимая жертва еще жестче выступать против всего мира и искать не выход из ситуации, а искать спасителя. То есть нам будет плохо, но человек, который спасет нас, не мы должны себя лучше по-другому вести, а должен быть человек, который нас спасет, в данном случае авторитарный лидер. И четкий у всех, я думаю, вопрос, ну, возможно, в российском обществе, я так предполагаю, а кто еще? Кто же еще нас спасет? Вот и решение вопроса. Насчет Беларуси, я думаю, что там в большей степени, конечно же, и ментальность, да, такая нации, и на сегодняшний день пока что неудачная революция и напуганные люди, и контроль Лукашенко при помощи России пока что за силовым и другим аппаратом. Мне кажется, что в Беларуси эта структура более шаткая, то есть там нет такого контроля, да и лидер, честно говоря,
скажем так, достаточно сомнительно с точки зрения вообще поведения, высказываний и всего остального. Поэтому, но насчет социологии... Вы уже майже 30 років вы с ним живете. Да, но это пока что не было, скажем так, не было серьезного конфликта, который был подавлен. Теперь, если будет та или иная мобилизация или что-то еще, то есть участие Беларуси в этом конфликте, то это все как бы наслаивается, поэтому там это держится на условно говоря, на штыках, как раньше говорили, mm-hmm. на штыках в том числе соседнего государства, скажем так. Поэтому вот здесь... Но по поводу именно общественного мнения, честно говоря, социологии белорусской не видел, поэтому mm-hmm. именно сопоставить, даже если она была бы завышена, все равно, ну, честно говоря, нет данных таких, если они там присутствуют, но я, честно говоря, не встречал. Мы помним выборы президента, скажем, 2020 года, когда социология была абсолютно разной, диаметрально противоположной по Беларуси. Да, 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 поэтому здесь, скажем так, вопрос, решить этот вопрос могут только свободные нормальные выборы, потому что так или иначе социологи и общественное мнение будет говорить, мы хотим по-другому, президент Лукашенко будет говорить, вот это вы проголосовали вот так. Поэтому здесь, скажем так, правду мы сможем увидеть только, когда действительно состоятся нормальные честные выборы. А чем можливо они? Возможно, все. То есть вопрос, рано или поздно любой авторитарный режим, он деструкция будет, тем более Беларусь не сидит на сумасшедших ресурсах, да, каких-то, да. То есть она способна, то есть это либо будет объединение в условную империю с Россией и дальнейшие какие-то движения, либо нет, но это уже вещь уже геополитическая. Если мы уже говорим о сегодняшней войне, если она перейдет рамки, она уже перешла рамки чисто Украины, то так или иначе режимам придется меняться. То есть если мы не предполагаем, что Россия захватывает весь мир, а наоборот, да, то есть когда авторитарное государство проигрывает, а выигрывает цивилизация, выигрывает Европа, то естественно режимы будут меняться, потому что сосуществовать вместе в том виде, в котором вот сейчас они присутствуют, уже это можно было до... Ну, условно говоря, до 24 февраля 2022 года. Так, а власне, от якщо говорити про зміну у режимі, наскільки взагалі от протестний саме потенціал великий і у Білорусі, і у Росії, і чи можлива зміна шляхом виборів або шляхом протестів тих режимів, які ми бачимо в сусідніх країнах, з території яких нас напали і яка нас напала? Ви знаєте, мені, я не внутрі російської ситуації, поэтому... Говорить абсолютно обоснованно мне трудно, но, опять же, по анализу тех экспертов, которые говорят, что, что вряд ли на сегодняшний день, допустим, в центре, да, Москва, Санкт-Петербург, возможно движение, возможно изменение в вот таким эволюционным путем, поскольку все очень жестко достаточно, ну, контролируется. Вопрос регионов, не знаю, то есть это мы опять же затрагиваем момент распада, да, вот этой вот системы, насколько... у них есть потенциал протестный. Вот мы помним Хабаровск. Да, Хабаровск, но не сложилось, mm-hmm. да, то есть значит это должно быть ряд регионов сразу. То есть мы должны говорить о центробежных каких-то силах. Это нужно смотреть и исследовать, что, наверное, в данный момент очень-очень трудно. Поэтому то, что эти тенденции присутствуют, да, но то, что на сегодняшний день каждый боится, то есть тот, кто первый выпрыгнет с этим протестом, да, на сегодняшний день, Хабаровск это одно, а сейчас в рамках войны-спецоперации, понятно, что это будут репрессии сумасшедшие, поэтому либо все сразу, дружно, ну, много субъектов, mm-hmm. либо будут большие репрессии. Поэтому на сегодняшний день, я так понимаю, это людей останавливает от того, чтобы от каких-то таких движений все ждут какого-то детонатора. То есть в данном случае частично этим детонатором выступает Украина, но все ждут уже внутреннего такого детонатора, вот этого вот распада. То есть пока что его... Видимого его нет. Если будет предсказуемая мобилизация, возможно, там начнутся некие процессы, которые детонируют вот эту всю систему. Я имею в виду мобилизация в России, которую многие прогнозируют, поэтому как бы и напрягается ситуация, там условные теракты на территории, там и Приднестровье, и России, и так далее. То есть, когда станет необходимость, призывают воевать, это может подтолкнуть многие другие процессы, там так, возмущение. Насколько, ну, а дальше надо будет смотреть, как они будут, насколько они массово будут развиваться.
Але от якщо ми говоримо знову ж таки про протестний потенціал, зараз в Росії лідер опозиції, фактично або обличчя протестного електорату Навальний у тюрмі знаходиться, в Білорусі Тихановська за кордоном. От чи має бути такий протест, якщо він можливий, персоніфікований? Тобто конкретна особистість має бути? Він має бути персоніфікований, безусловно. У нас мог бути Майдан 2014 года, да, не было единого, да, изначально лидера Троя, ну, потом был, так, в четвертом был, да, но да. Украина способна в данный момент, это должен быть персонифицированный протест, то есть Навальный попытался начать эту волну, не получается, то есть должна быть волна вот этих протестов, о которых я говорил, которая может быть. На самом деле эта спичка может быть мобилизация, нечто еще. Да, и тогда действительно он должен быть персонифицирован. Это в рамках российского сознания. То есть не может быть ни персонифицированного, ни управления, ни бунта, ни этой революции. А то же самое, я думаю, в Беларуси, поскольку не персонифицированное выступление против Лукашенко захлебнулось, это определенный негативный опыт. Ну, можем не ограничиваться, можем в тюрьме еще Саакашвили в Грузии, то есть заранее, как бы, одно дело, он бы приехал откуда-то из-за границы. И если там будут нарастать недовольство управленческим аппаратом, Иванишвили и всеми остальными, то вот вам как бы третий кандидат на персонифицированный протест. Андрій, буквально хвилина у нас лишається. Yeah. Таке питання, чи має нести відповідальність народ Росії та Білорусі за ті дії, що зараз вчиняються в Україні? Да, но в різній степені. Тобто, зараз ми всі говоримо, що всі винуваті, ми праві, але ми повинні дивитися в лицо реальності. Во-первых, кожного гражданина він не буде наказаний, ну, тобто він може тільки сам себе наказати. Во-вторых, многих сейчас и отталкивает, даже думающих людей, что ага, значит, мы виноваты во всем. Поэтому, может, мы тихонечко посидим. Поэтому ответственность, да, но разная ее степень. Есть участие, да, есть преступление, есть соучастие, есть там молчаливое согласие. То есть мы должны смотреть в лицо реальности. Народ наказать целиком достаточно трудно. Это должен быть процесс покаяния, вот каждый для себя. Если он получится в целом, то это создает возможность для дальнейшего какого-то движения. Если нет, значит, конфликты и войны вот в нашем регионе, они будут, к сожалению, возобновляться и продолжаться, если не будет вот такого процесса. Должно быть сознание вины. То, что мы скажем, вы виноваты, это мало. Если должно быть рано или поздно прийти с правдой, со всем остальным осознанием. Если это не произойдет, то проблема будет реваншизм, и проблема будет продолжаться. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Андрієм Клячиним. На все добре.